Давай. Мы приехали в город, точнее уезд, который называется Сяхва. Буквально это значит летняя река. И он находится в тибетском автономном районе. То есть мы находимся не в Тибете, мы находимся в провинции Ганьсу. Но это одно из тех мест, где можно увидеть тибетскую культуру. И для этого не нужно ехать в Тибет. А здесь мы можем прикоснуться к тибетской культуре и посмотреть, что это такое, если нам позволят снимать в монастыре. Сейчас где находимся? Мы в монастыре. Лабранг? Лабранг, да. Май за гад дан терохам. Май за гад дан терохам. Май за твет. Крутишь барабан, ты ее читаешь. А есть еще такие же электронные, читерские. То есть там батареечки, если же на солнечных батарейках, ты ставишь в машину, и она просто крутится бесконечно. То есть ты не прилагаешь усилий, а молитва читается. Считается, что голос Будды упал на эту гору и превратился в эти деревья, и мы попали в правильное место. Этому монастырю уже 328 лет, он был основан во времена династии Цин. Он занимает какие-то безумные площадь, но такое не может быть. Он сказал 680 тысяч квадратных метров. В этом здании во время экзамена надо рассказать 200 монахам, которые очень хорошо знают буддийский канон, о том, что знаешь ты. Если ты только сможешь уговорить, уболтать, переспорить все эти 200 человек, то тогда будет считаться, что ты экзамен сдал. Лиз, скажи, что мы пообожал Диму. Может быть, я просто скажу, что мы все обожаем Диму. Но за пределами Тибета самый большой монастырь тибетского буддизма. Называется Лабранг. По-китайски называется Лапулен. В этом монастыре живет 100 живых Будд. Это понятие из тибетского буддизма. То есть это наставники, люди, которые достигли, ну нельзя сказать, что просветления. Они, конечно, еще не достигли статуса бодхисаттвы, но являются примером для подражания, являются наставниками. С нашим гидом мы обменялись мнениями о том, вообще, что сейчас происходит с молодым поколением. Он считает, что китайцы раньше на 99% все знали буддизм, но, с другой стороны, он говорит, что сейчас все больше и больше китайцев, ханьцев приезжают в тибетские монастыри, приезжают сюда, в том числе, чтобы отдать должное почтению Будды. Сейчас мы только что видели женщину, которая совершала типичный обряд поклонения Будде, который совершают тибетцы. Конечно, ханьцы на такое самопожертвование не способны. Обряд простирания.